Работа у водителей такси – одна из самых опасных. И какие только проблемы не создают клиенты. Но такого непредсказуемого пассажира и врагу не пожелаешь. Катаешь его по городу, а он тебе ножом угрожает, денег требует, а потом и вовсе норовит убить ударом в шею. Правда, на камеру злоумышленник мало что поведал. Не ожидал он, что так быстро для него все закончится. Или вновь начнется. Проблемы с законом у него уже были. За что задержаны? По статье 162, частью 2. Вы опишите обстоятельства совершенного преступления. Я не буду ничего описывать. Уголовный розыск сработал, как всегда, оперативно и слаженно, не оставив подозреваемому шанса избежать последствий. Преступление было раскрыто по горячим следам. В кратчайшие сроки оперативники установили личность подозреваемого, после чего в ходе отработки круга его знакомых было определено местонахождение злоумышленника и проведено его задержание. Подозреваемый был достан в Волжский отдел полиции, где впоследствии дал признательные показания. Также у задержанного был изъят и похищенный сотовый телефон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Денис Желтов, Андрей Багаев, Вести, дежурная часть, Саратов.